саженцы дерева сад, 2, 3, 3, 4 литка, слива 2 сорта Зареченская желтая ринклот колхозный, удачное приобретение для тех, кому необходимо сэкономить площадь на участке и при этом ежегодно получать обильный урожай двух видов слив. При хорошем уходе с дерева сорта Зареченская желтая можно собрать до 10 кг желтовато-зеленых плодов с отличным ароматом и универсальным применением. Ринклот колхозный приносит плоды со средней массой около 24 граммов. Они обладают очень сочной мякотью, желтой окраской и сладким вкусом с кислинкой. Их применение также универсально. Оба сорта отлично переносят зиму и устойчивы к заболеваниям. Дерево сад 2, 3, 3, 4 литка, слива 2 сорта Зареченская желтая, ринклот колхозный – это многолетнее растение. Дерево лучше всего подходит для одиночных посадок, групповых посадок. Слива прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для плодородных почв. По типу ствола дерева сад, 2, 3, 3, 4 литка, слива 2 сорта Зареченская желтая, ринклот колхозный можно отнести к группе среднерослые. Тип роста этого симпатичного растения – среднерослый. В качестве места выращивания слива прекрасно подходит открытый грунт. Расцветает дерево сад, 2, 3, 3, 4 литка, слива 2 сорта Зареченская желтая, ринклот колхозный в месяц май. Интересные цветы слива могут быть до 2 см. Лист этого прекрасного растения по форме заостренно-овальный. Дерево сад 2, 3, 3, 4 литка, слива 2 сорта Зареченская желтая, ринклот колхозный имеет средний срок созревания. Можно потреблять в свежем виде и на переработку. Обратите внимание, что дерево сад 2, 3, 3, 4 литка, слива 2 сорта Зареченская желтая, ринклот колхозный, самоплодный, обоеполый сорт. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.